Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой. Новый сайт. Это букс по заработку абсолютно без вложений на просмотре сайтов. Называется Global ADS Share. Но также это еще плюс и рекламная платформа. Тут переведете на русский язык, почитаете это все. По поводу регистрации. Вводите имя, фамилия, юзернейм, имейл, повтор имейла. Так, страна у меня стояла сразу по умолчанию. Россия. Пароль, повтор пароля. Здесь будет ваш ID-адрес стоять. Прописываем сюда капчу. Галочка стоит. Нажимаем регистр. Вам на почту приходит письмо. Мне пришло письмо в папку спам. Кликаем на ссылочку и подтверждаем адрес электронной почты. Вход. По логину и пароль, опять же таки капча, нажимаем вход. Я же уже зарегистрирована, войду в кабинет. Это общий обзор по сайту и покажу, как просматривать рекламку. Значит, членство здесь, естественно, у меня стандартное. Это наш баланс, баланс вывода. Это баланс покупок на рекламный баланс. Значит, здесь вывод производится как в долларах и всевозможной криптовалюте. Но здесь местная монетка. Монетка называется GLADS. Вот так. Значит, 1 доллар равен 100 тысячам вот этих монет. Здесь наша статистика идет. Здесь читаем новости. Как бы. Это все новости читаем. Тоже сами все прочтете, переведете на русский. Здесь можно вот тут кликните и перевести все на русский язык. Значит, приборная панель это вот у нас. Далее идет инструменты продвижения, то есть наша партнерская ссылочка находится и баннеры. Три баннера. Первый, второй, третий. Здесь также есть достижения. Так, пригласите 100 активных рефералов, награда, 500 и так далее. Далее ПТС. Завершить 100 объявлений ПТС, 50 вот этих монет. РАД называется. Если перевести на русский экран, трафик. Это все посмотрите. Так. Это кран. Я на кране здесь ничего не зарабатывала еще. Давайте посмотрим. Эх. Вот это вот не знаю, наверное, буква О. В. 3. В. И здесь сколько у нас вознаграждений. Нет, я не так. Капча неверно введена. 1. Что вот это за буква? То ли И, то ли Л. Наверное, И. И Т, З, 5. Опять я неправильно. А. Вот у меня это буква, наверное, сейчас я не Л, а М. 2. Опять я не так. Господи, боже ты мой.
Не, никак мне не пройти. В общем, уводите эту капчу. И... Потому что здесь вот... Вот это вроде как понятно. КТ7ФТ. Сейчас попробую. КТ7ФТ. Все, поздравляем, ваше счастливое число было такое-то, я получила 20 вот этих монет. Перезагружается, и через час можно обратно зайти. 20 монеток я получила. Значит, что еще? Так, это кран. Купить адышары. Ну, я сюда не полезу. Это уже, если захотите, сами просмотрите. Так, зарабатывать. Заработок здесь на просмотре рекламы. И здесь вот у нас рекламируемые сайты. Серфинг, так сказать. Поставлю я на оригинал. Значит, кликаем мы. Сюда нас перебрасывает на страничку. Далее кликаем опять на синюю вкладочку. Нас перебрасывает на рекламируемый сайт. Мы возвращаемся и ждем, пока загрузится шкала. Давайте подождем. Все, нам зачет. Кликаем на красненькую. Возвращаемся на сайт. Еще вот 5 секунд здесь. Опять же таки кликаем. Возвращаемся. Ждем, пока загрузится шкала. 14 монеток. Зачет. Таким вот образом мы будем просматривать сайты. Серфинг. Далее что у нас? Короткие ссылки. Я в короткие ссылки не люблю. И хотите, просматривайте. Так, далее что? Также здесь можно рекламить свои проекты. ADS. Шортлинк. Логин ADS. Баннеры. Ну и так далее. Это я сделаю отдельное видео потом. По этому. Ну и все. Особенно здесь история. Заработка я вам показала. Минимальный вывод отсюда 25 тысяч монет. Здесь вот апгрейд аккаунт есть. Но здесь он дороговат. $15 самый минимальный. Что-то дуже здесь все завышено. Я же работаю на стандарте. Вот, и вывод обрабатывается 7 дней. Когда будет у меня что выводить, я поставлю на вывод, и будет вывод обрабатываться 7 дней. В первую очередь, конечно, здесь я буду работать, просматривать рекламку и попытаюсь что-то здесь заработать. Но в первую очередь я рассматриваю этот сайт как рекламную платформу. Вывод. Как я сказала уже, 25 тысяч монет. Минимальный вывод отсюда. Это, по-моему, 40 центов. Вот. Так. Профпамент. Это что у нас здесь? Да, вывод. Вот. На FaucetP кто-то выводил 23 числа. 43. 0.43 цента выходит. Возвращаюсь в аккаунт. Вот такой вот сайт. Хотите работать — работайте, не хотите — не работайте. Я поделилась с вами информацией. А там уже, как говорится, дело хозяйское.
Никто никого не принуждает. Естественно, как я уже сказала, повторюсь, я попытаюсь здесь что-то заработать. Но в первую очередь я рассматриваю этот сайт как рекламную платформу. Как рекламить проекты, это будет уже потом отдельное видео. Вот AdWords здесь уже можете пока сами просмотреть, разобраться. Вот, ну, это уже как-нибудь я запишу. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.